Продолжение темы воспитания и образования молодежи. Сегодня в Ярославле состоялась встреча недавних выпускников школ с теми, кому еще предстоит пройти проверку знаний. Ребята, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие 100 баллов по одному из предметов в прошлом году, поделились со старшеклассниками секретами своего успеха. Рассказали, какие подводные камни могут поджидать 11-классников при сдаче единого госэкзамена, как лучше готовиться, а главное, как побороть страхи и волнения. Отмечу, что в этом, как и в прошлом году, аттестат зрелости в нашем регионе будут получать более 5000 учеников. При этом в областном департаменте образования надеются, что 100 бальников будет не меньше, чем прежде. Одна из тех, кто добился максимального результата на ЕГЭ в прошлом году, была Оксана Мамонова. Выпускница 42-й школы Ярославля. Сегодня Оксана успешно учится на факультете иностранных языков Московского государственного университета. На мой взгляд, русский язык – это самый адекватный экзамен, на котором можно набрать больше всего баллов. И ни в коем случае нельзя волноваться, потому что волнение иногда может подвести на экзамене, волноваться нельзя. Цель этой встречи – чтобы наши выпускники поняли, что все не так страшно, как рисуется, потому что те ребята, которые сдали на 100 баллов, они уже успешны. Я сегодня здесь вижу выпускников наших школ, которые являются студентами МГИМО, различных других престижных вузов. Они сдали успешный экзамен в прошлом году, обучаясь здесь, в ярославских школах.